такое начало, ребятки. Добро пожаловать, сегодня мы поиграем в игру под названием Чучел. Значит, игрушка от разработчиков Amanita De Saigon. Если ты помнишь, мы проходили игру Машинариум. Также я когда-то давным-давно проходил игру Саморост, но не снимал ее на видео. Значит, тут опять же квест. Опять же, очень интересные персонажи, как ты видишь. И это наш главный герой. Вот он, так сказать, лежит в коробочке, отдыхает. Значит, я его пытаюсь его будить, но он... Так, он куда-то пропал, стой. Где он? Так, во, можно на будильник нажать. Так, он его вырубает, стой. Значит, нужно как-то по-другому решать. Значит, нужно, можно гномика потрогать. Ладно, можно... О, музон включить. Ну чё, давай, чучел, просыпайся. Тут уже все проснулись. Пора вставать. Но нет. Конечно же, он никуда не хочет идти. Он гнома кинул тапком. Так, есть какой-то тут слизень. Так. Он его вырубает мухобойкой. Говорит, не буди меня. Так, у нас есть картины. Так, что это? Стой, подожди. Это значит, он покоряет вершину какого-то непонятного зверя. Так, есть вишенка. Какая-то вкусная тут у него. Так, есть... вот, кстати, вот лицо главного героя. Потому что, видишь, мы пока не видим его, ну вот мы только видим рот его, а так можно сейчас разглядеть, как выглядит главный герой. Вот он, вот такой прекрасный оранжевый пучок. Такой он интересный. Так, есть, короче, чувак, который может что-то попить. Так, стой. Ага. Так. Стой, есть какая-то сова. Так, он всех тапками вырубает, да ты что? О, так, есть слон. Так, ну слон его будет прям по полной программе. Вставай нах! Блин. Так, есть телевизор? Все выключает, все, ты посмотри какой. Вот знаешь, это прям как я с утра утром. Ну, не хочу вставать, хочется валяться, спать. И вот, знаешь, и там тебя будет, и так далее, и так далее. И кот плачет, а ты такой вот берешь там, говоришь, ну-ка фу, там, либо, знаешь, будильник засовываешь слону в этот, в хобот. Стой, что у нас есть? Вот все-таки... Вот я не знаю, что... Вот гном, хорошо. Может... А если... Блин... О! Ты посмотри, все выключает. Так, давай его будить. Чучел, вставай, прошу тебя. Так. Вот так аж с будильником. Так, чё? Окей. А, с него... Это подсказка, окей, хорошо, он пьет. Так, это... Так, окей. Ну чё, какие планы? Давай. О, вот и все, проснулся чучел. Так. Вот и наш главный герой, такой прекрасный, хорошенький, очень уютный. Комочек оранжевой шерсти. Так. Вишенка. Ты чё, как... Ты чё, это мой завтрак? Ты что ты делаешь? Ну-ка верни завтрак на место. Все. Забрали наш завтрак. А меня-то зачем? Меня куда ты уносишь? Ты что? Так. Окей. Ты, так сказать, хочешь устроить проверочку? Смогу ли я добежать до вишни? Ты чё? Так, чувак, чё за крыс? Он унес вишню, давай беги, беги за ним. Мой завтрак пропадает, быстрей, что такое, ты что? Наш главный герой питается вишней, это его самое вкусное, ну вот, самое его любимое. Это крыса, блин, это, пытается сейчас забрать у нас вишню. Так, стой. О, смотри. Так. Интересно.
Да блин, ты что издеваешься? Так, ладно. Стой, тогда нужно назад отходить. Так, хорошо, давай еще назад. Давай туда. Есть, есть, есть. Да, я забрал еще все. Обманули тебя, крыс. Все, вишня моя. Э, ты что, обезьян, уходи отсюда. Ты. Опять забрали мой завтрак. Ну что ты будешь делать? Вот прям, вот, вот не везет нам. Вот не везет сегодня нам позавтракать. Так. Давай. Берем вишню. Бери любыми способами. Так. Он очень хочет. Он очень хочет позавтракать, но... так. Ну, скорее всего, может потрясти... А, нет, это дерево слишком... Блин, это дерево слишком тяжелое. Так, тогда лучше нам забраться наверх. Да, есть. Давай. Что, она там приклеена, что ли? Да ты что? Вишню этот обезьян приклеил. О, все. Оу. Капец. Так. Ну что? Ну, блин, опять этот крыс. Не-не-не. Нет, куда ты, что? Блин, и он утащил, как всегда, нашу вишню. Вот, ребятки, чучел собственной персоны. Так. Какой-то тут чувак. Так. Блин, ты посмотри, таскает нашу вишню и все. О! Ты что сделал? Так и нельзя. Так, он говорит, срочно мне помоги. Так. Можно табличкой что-то сделать. Да блин. Не получай. А! Так, ладно. Подожди, ну мы можем вот так что-то сделать, раскачать таблицу. Да блин, что такое, ничего не поддается. Так. Крыс, что, что будем делать? Так. Не, что-то не работает. Стой, может его спросить? Чувак. Ты отдашь вишню? Да, блин, не это, ты что, какой пропеллер, так нельзя. Так. Ладно, может... Так. Не, не получается сбежать, он слишком большой. Ладно, давай еще раз спросим. Чувак, может все-таки отдашь мне вишню? Да ты что, какой говно мне выдаешь, ты что, так нельзя. Так. Давай мне отдавай, давай по-хорошему. Отдавай мне вишню. Да у тебя целый склад там, ты что? Так, бла-бла-бла, получен достижение. Стой. Ну. Правда, отдай мне вишню. Да блин, опять ты гребаный пропеллер мне суешь. Ладно. Тогда может попробовать все-таки взбежать на него? Все-таки попытаться. Каким-нибудь образом. Ну, может, все-таки получится. Не очень что-то получилось у нас. Давай! Блин, нет, не получается. Может, все-таки табличку еще покачать нам? Не получается тоже. Так, может тогда попробовать вот тебя подбросить, крыс. А, то есть на крысе вот так подпрыгнуть. Ну чё? Какие планы? О, да ты что? Ё-моё, чё за хрень? Чё-то не получается. Ладно. Тогда есть план. Давай, короче, ты возьмешь вот, вот так что-нибудь сделаешь с этой табличкой. Подкопаешь ее. Так. Хорошо. Вот теперь можно попробовать ее выдернуть. Есть!
Так. Тогда чё, вот попробовать. Ой, давай! Так. Кстати, может... Стой, подожди. Тогда лучше может... Ну давай, тогда вот так. Хорошо. И давай вот сюда. Давай. Есть! Открыли! Забирай вишню. А, блин, он опять утаскивает вишню. Да куда ты? Ты что? Так нельзя. Блин. Что вообще за дичь тут происходит? Ты спросишь. А вот это игры от Amanita The Saigon. Очень необычные игрушки. Вообще люблю их, так сказать, творчество. Так. Ну. Так, какая-то жаба. Так, окей. Чувак, может... Блин. Давай. Блин, не. Давай попробую еще раз. Нет, не получается. Ладно, тогда... Да, блин. Да, ты чё? Давай тогда прыгать. Давай. Я ж почти взял, ты что? Ладно, тогда давай тебя, крыса. Мышиса, крышиса, давай. Ну, попробую как-нибудь словить. Нам должна достаться эта вишенка. Так, крыс, куда ты убежал? А, окей, попробовать вот так, значит. О! Это в смысле? Блин, так нечестно, ты что? Ты что, так нечестно? Так. Что он с ним сделал? Он его в карман спрятал. Все, мы достали вишню. Ты что, блин? Нет. Он его как бы проглотил, но лягушка вдруг ни с того ни с сего выросла. Блин. Стой, что? Окей. Чё это такое? А, это продолжение. Птица, это Angry Birds из другого мира. Так, Angry Birds, вы же должны вроде как лететь, поэтому давай. Полетели! А, вот так? Да ты что? Так, спокойно. Воу-воу-воу-воу-воу! Ты что меня возвращаешь на место? Так. Ай, тихо. Да блин! Да блин, да засрань, засранца, да куда ты, ты что? Подожди. Так, давай, короче, на этой толстой сейчас полетим. Лети! Не-не-не-не-не, го на эту. Го на эту, да не на эту, ты что? Так. Стой, подожди. Тогда давай, а что будет, если мы на той полетим? Вот на вот этой. Ща, давай. Так. Давай вот на этой вот, так сказать, маленьком Angry Birds полетим красным. Во, садись. О, во-во, нормально. Сейчас быстро пролетим. Смотри, мы как быстро летим, реально. Да блин, давай. Да ты что, блин, давай. Хорошо, Angry Birds летит потихоньку. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай. Видишь, он маленький, поэтому пролезает сквозь всю эту тему. Так. Да блин. Супер странный мир. Так, 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 так. Давай, давай, пока эта шуняга там не приземлилась. Спокойно. Вообще, аккуратненько. Аккуратненько, очень опасно. Очень опасно. Так, давай, есть, пролетаем. Вот ты что? В смысле? А, вниз головой, да ты что, так нельзя? А, окей. Так. Да блин. С дороги, фиолетовый чувак. Да, с дороги, фиолетовый чувак, ты что? Есть. Да блин.
Так, не беси меня. Давай, давай, летим. Ты представляешь, мы в какое приключение отправились за вишней? А это довольно-таки... Стоп, чё? Не смей меня кушать. Не-не-не-не-не. Так, есть. Да блин. Хватит меня выплёвывать, так. Давай вот так. Есть, есть, есть. Стой. Тут загадка, вот нужно вот в эту, давай. Ё-моё, жесть. Так, спокойно. Есть, о, уже ночь, ничего себе. Довольно-таки очень красиво, блин, офигенно. Так, летим. Потихонечку. Офигеть, какие мы маленькие. Но смотри, довольно-таки Angry Birds хорошо справляется. Так. Есть. Из-за того, что мы маленькие, и вот этот Angry Birds с размером нас, поэтому мы так легко проходим, в принципе, всю эту тему. Так. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Чё, прилетаем куда-то? Так. Оу! Ёшкин кот! Чё делать? Чучел, спасай! Положение. Так. Окей, мы куда-то упали. Куда-то вот сюда. Так. Интересно, что здесь? Давай, хватай вишню. Хватай, это наша вишня. С какого-то черта, это мой завтрак. Мой. Стой. Чё? А! Беги. Ой, то есть, давай. Ты что, она сейчас взорвется? Это же бомба из этого, из растения против зомби, вот эта вишня. Так. А вот и настоящая вишня. Ой, хорошо, вообще круто. Круто, просто прекрасно. Так. У нас забралась вишня туда наверх, что делать будем? Можно покрутить какой-то вентиль. Но он не крутится. Непонятно, что делать. Капец. Так, давай попробуем улитку. Так, кто там? Давай, открывай. О, нихренашечки. Здравствуйте. Вы меня подзывали, говорит мистер Улитка. Так. Так, сможешь достать? Стой, ты чё? Ё-моё, что это? Стой, подожди. Мы можем зайти вот в комнату вот с этим. Стой, подожди, что? Чё делать? Чё за пружины? А, ты что? Чё делать с этими? Я помню, в машинариуме были такие штуки. Так. Окей. Они еще стреляют. Ой, зайчи, блин, мне что-то их жалко. Они плачут, ты что? Так. И так нельзя. Так, ну вот эти не плачут, поэтому этих не жалко. Так. Ну вот зайчиков было жалко сбивать. Так. Давай, красный. Есть. Последние. Давай, давай, последнего быстренько. Давай, последнего. Да последнего давай, прошу тебя, давай. Есть. Выигрываем. Ну? Чё, ещё? Да ты что, сколько тут партий? Да блин, мне нужно в семью попасть. Давай, давай. Так. Блин, давай. Давай, давай, синюю, так, зеленую. Есть. Давай, есть зеленого. Зеленого. Так. Есть. Давай красного теперь. Давай, есть, давай, давай, есть. Хорошо. Так, давай вот так. Давай, вот этого последнего. Сейчас спас. Это что? Так, давай.
Нечестно. У меня супер пружины, я могу сейчас вас сбить. С толку, есть. Ну чё? Давай посмотрим, что дальше. Чё? Супер босс, ничего себе. Чё, как с ним быть? А! Чё, давай, поехали. Куда? Ты чё делаешь? Так. Спокойно. Мне как нужно попасть? А, во, красным нужно быть. Так, давай, давай, вставай, 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 вставай. Беги. О, есть, есть. Давай. Да блин, куда ты уезжаешь? Да блин, ты что? Да блин, это какой-то прикол. Так, давай. Так, куда ты уходишь от меня? Ты что делаешь? Да блин, это какой-то... Есть, поймал. Так. Давай. И да блин, ты должен был в зеленую. Так, и да я же его задел, ты что? Есть. Еее, все, хорошо. Так, ну чё, босс накрылся. И мы получаем медальку за мужество. Есть. Ну, Улиточ, поможешь мне достать? Давай, помоги. Блин, Улиточ, помогай мне, прошу. Что ты такой бесполезный? Я пытаюсь скинуть эту люстру. Какая-то чушь это. Давай. Так. Ты что, издеваешься? Так. О, ё-моё. А, то есть смотри. Три медальки, какая-то таблетка. Одна медалька, кекс. У меня есть медалька? Все, можем покушать? Спасибо. Ё-моё. Колтуном мы стали-то. Ни хрена, мы дотянуться-то не можем. Блин, нас еще. А, нас еще прессуют, а, чтоб мы в нормальную форму пришли. Так. Так, Улиточ. Прижел, так сказать. Давай, тогда еще игру. Давай. Ё-моё, так, погнали в Тетрис. Чё у нас тут будет в Тетрисе? Чё за приколы? Давай, начинаем. Начинаем тетрисить. Так. Чу-ч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 у. Тихо-тихо-тихо. Меня Тетрис пытается убить. Стой. Ай-яй-яй-яй! Так. Ай, блин, он у меня сплющил. Так, значит, нам нужно все-таки не попадаться Тетрису, хорошо. А я думал, мы направляем, как бы, оказывается, все-таки. Хорошо. Квадрат идет. Эта жняга тоже, смотри, она раздавила нас, вот. Там клякса. О, нет, тихо. Прошу, прошу, не нужно! Не нужно, блин, не нужно! Блин, ну какого черта? Стой! Так. Давай вот тут спрячемся. Есть. Тихо, 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 тихо. Ты что делаешь? Спокойно. Ой, вот это уже опасно. Самый опасный Тетрис. Так. Ай-яй-яй-яй. Е-е-е. Тихо, 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 блин. Я вообще справляюсь как могу. Воу-воу-воу-воу-воу! Чё за дичь? Давайте, ровненько, ровненько. Так. Хорошо. А до какого момента нам нужно? А, ну во, как раз до вот этого момента. Стой, 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 стой!
Оно взрывается еще. Есть. Хорошо. Оу! Тихо-тихо-тихо, прям 4. Так. Воу-воу-воу-воу-воу! Опасно. Есть. Вау. Гигантская мина! Гигантская мина прет! Вишенка, вот она. Давай. Е! И мы побеждаем! Шикарно. Так. Ну что, Улитыч? Давай еще сыграем. Либо не, стой, стой. Либо может было нам заказать еду, либо что-то такое. Ну-ка, конечно, закажем. Либо стой, 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 погоди. Нам нужно как-то вернуться назад. Вот сюда давай. Ой, только не говори, что это все сначала. Не-не-не, не говори, что я все сначала начал, только... Блин. Походу, ребятки, я начал все сначала. Получаем вторую медаль. Да, ребятки, я все это перепрошел. А, так, ну значит что, давай его спросим о том, то, что что будет, ну, за две медальки, что ты мне дашь в этот раз. Так, коктейль какой-то. Да, сможешь мне коктейльчик дать? Вот. Так. Коктейль. Убиваем. Воу! Офигеть! Ну теперь мы что, вишню сможем-то достать? Ой, слишком сложно! Слишком как-то сложно все. Так. Все-таки придется еще выигрывать. Так сказать. В Пакмане. Сейчас пойдем в Пакман. Да, у нас единственная дорога в Пакман, погнали. Так. Воу! Так. А, мы от Пакмана должны угонять. А, вишни мы должны кушать, хорошо. Стой. А, вот так аж даже. Все ясненько. Вот там Пакман-то хитрый, ты что? Ладно. Так, смотрим. Хорошо, хорошо, есть. Я не знаю, сколько тут уровней. Давай сюда заедем. Тихо. Так, есть. Проходим. Хорошо. Так. Ой, тут уже посложно. Тут два уже Пакмана, ты что? Так. Погнали, короче, вот сюда, за ним. Так, есть. Так. Ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блин, поймали, ты что? Так. У нас есть какое-то зелье. Тихо. Сейчас пройдем. Так, все сделали вишнями, хорошо. Так, давай. Есть. Хорошо. Все, мы убрали Пакманов всех. Так. Пакман, давай сюда. Да блин, он за мной гонится. А, стой, тихо, блин. Есть, давай, успеваем. Мы должны успеть. Давай, есть, проходим. Так. Великолепно. И куда теперь дальше? Ух ты, ё-моё! Тут уже сложней. Тут уже капец как сложней. Так. Так, давай вот тут собирать. В сложных местах. Так. Ай, блин. Они меня поймали. Смотри, чучел написано. Прикольненько. Так, спокойно. Так. Давай вот сюда.
Так, есть. Давай вот сюда. Так. Хорошо, куда попёр? Так. Тихо, тихо, тихо. Давай, есть. Так. Блин. Опасные ребятки. Так, есть, хорошо. Так, давай, лови. Все, проходим. И получаем медальку заветную. Есть. Шикарно. Так, и теперь... Что ты мне дашь за третью медальку? Давай, выдавай мне там какую-то таблетку непонятную. Так. Так, ну что, давай. Что, таблетка. Глотаем. Ох, ё-моё, что это? Жесть. Так. Ну что, а! Так, дотянуться мы до туда просто так не можем. Эти ручищи. Так. Нам нужно тогда взять и покрутить вот этот вентиль. Давай. Крути! Есть, 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 есть! Ну все. Да, блин, улитка, лови! Жесть! Так, минус руки. И чё, как быть? Как быть-то, ребятки? Так, есть. Эй, опять какой-то обезьян забирает у нас вишенку. Так, и крыса опять этого привел. Да ты что? Ты знаешь, через что я прошел? Крыс, не смей за мной бегать. Ё-моё. Шикарно. Прикольненько. Окей, ребятки. Давай пока на этом закончим данную серию. Сегодня очень была реально очень необычная, крутая игра. Называется Чучел. На этом все. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал для этих видео. Ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.